Паша, мой любимый муж. Поздравляю тебя с юбилеем. Это, конечно, большая дата. Мы с тобой столько лет прожили вместе в любви, в согласии. У нас прекрасная семья, наш кокон. Роза называется Hello. Hello? Да, Hello. Вот я специально посадила, вот когда проходит, она говорит Hello. Привет всем. Ой, хочется такой мороз. Да не надо мороз. Не. Слушай, а ты еще представляешь, сколько не цветет еще, вот зацветут вот лилейники. Слушай, а как они под морозом? Они все, ты же ничего, ты их укрываешь просто. Да, естественно, связываю. Ой, вот это вот. Гнездышко. Уже вылетели птенцы. 6 или 7 штук было. А они же у нас раньше вот там были. Гнездышко, да? Это ласточка была, да. А, это ласточка. А это кто? Она селится на новых домах. А эти кто? Это я даже не знаю, что за птенцы, такие холёсенькие. 7 яичек было или 6. Потом они вылупились маленькие, а потом оперились, я сфотографировала. А потом с утра смотрю, ё-моё, а их уже нет. Вот мой красавец, что такое не хочешь? Ну вот почему держи, не подержи, хочешь? Подержи. Почему не хочешь? Почему не хочешь? Красавец. Сейчас, подожди, ну что ты? Давай, мой хороший. Снимайся, колёсик. Снимайся же. Вот красавчик наш. Слушай, ну потрясающе здесь была история с кошкой, с Дашей, помнишь? Мы привезли Дашу, у нас такая была белая шиншилла. Да. И я просыпаюсь на втором этаже и вижу, она на вот этом козырьке, она, значит, сидит. А по забору 5 котов сидит. Причем ближе всего на заборе сидит интеллигент такой. Он такой, у него белая манишка, и он ей что-то... Это рано-рано утром. Утром туман такой, знаешь, вот киношный абсолютно. Она со спины. Никакого внимания. Она, значит, лежит. Вдруг отсюда, из леса, идет такой котяра, драный, какой-то хромой. И он делает этому... И эти коты все, хоп! Он поворачивается, не глядя на нее, и уходит назад. И она за ним побежала. И потом она принесла 4, по-моему. И мы когда посадили первую там какую-то часть картошки, чтобы облагородить почву, чтобы она была рыхлая. Вот. И я поняла, что Юре это неинтересно, вот такое вот поле. Я стала все засаживать цветами. Цветами, немножко клубники. И когда вот мы, вот этот сад, который сейчас у нас, много роз, прекрасных роз. Но Юра все время говорит, ой, это моя любимая роза, ой, а вот это моя любимая роза. У нас действительно то, что называется дача. Нет. У нас не загородный дом, ничего. Да, дача, а у нас... сад у нас. Нет, не дача, грядки, сад, да. Не огород, не грядки, а дача, ну, потому сад. Что вот она именно в первозданном даче, это такой легкий дом на летний период. Ну да, у нас летний дом, да, летний мы зимой, дом, да. Не... зимой мы... холодно. А уже дети, это а им, дети уже им захотят... передастся, и захотят, снесут все это. И построят особняк какой-нибудь, да. Со всеми удобствами. Многоэтажный дом. А, ты считаешь, нам хватит на нашу жизнь этого дома? Конечно. Я тоже так считаю. Лучше еще... Потому что еще одно строительство я не вынесу. Нет. Во-первых, нужно отдыхать. Нужно еще просто куда-то, чтобы ты любишь у меня солнце, ты любишь тепло. Солнце, здесь не всегда тепло, поэтому я тебе, как обещал, всегда у тебя 2 дня рождения. Один по паспорту, второй реальный, настоящий. Поэтому я тебе сказал, что мы отмечаем твои 2 дня рождения. Как? Один по паспорту – это реальный, а настоящий – нет. Нет, ну ты когда родилась, я вот просто позже чуть-чуть записано у тебя позже. Да. Поэтому мы всегда, теперь я тебе обещал, мы будем где-то, и второй где-то. Спасибо тебе, мой дорогой. Спасибо. Но тебе желаю, конечно, оставаться таким же, не терять никаких своих положений, таких прекрасных качеств, человеческих. Дай Бог, чтобы это было очень долго, без изменений, чтобы ты не старел, чтобы ты всегда душой оставался молодой, красивый, доброжелательный. Ты совсем не доброжелательный. Тебя все любят люди, с кем бы ты ни общался, ты ничего, у тебя отрицательного ничего нет. Ты как-то находишь общий язык со всеми. Ну, то есть, если человек плохой, естественно, он не поддакивает там, не подстраивается под него. Но желаю тебе оставаться таким же, каким я тебя встретил, умудренным годами, конечно.
И Юра сказал, вот моя комната, все, что у меня есть, все, что я могу тебе дать, это вот комната, но я тебе клянусь, что я стану хорошим артистом. И вот так вот мы поселились в этой комнате на старом Арбате. Общежитие было театр. А, оно и сейчас есть, театр сатиры. Ну, а через годы вы для себя решили, что он все-таки обещание свое выполнил? И чем закончилось вот это вот? Что он вкладывал? Я хочу, я стану хорошим артистом, на ваш взгляд. Ну, на мой взгляд, я стану хорошим артистом, это значит... Сюда, другой... смотрите, не смотрите на цветок, все. Это значит другой статус. Еще раз. Ответ на вопрос. Вот смотрите, что вы сделали с Розой. Ее уже показывать нельзя. Я ее уже убрал, поэтому из кадра. Ну, может быть, вот так. Не-не-не, оставьте ее. Смотрите вот сюда, вот правда, нельзя опускать глаза ни в коем случае. Вот сюда, со мной, мне в глаза. Говорить в одну точку. Мне в глаза, только мне в глаза. Тогда вы смотрите, а так вы опустили глаза, это все, это куда? Это нельзя брать никуда. Итак, его обещание. Я стану хорошим, я тебе обещаю, я стану хорошим артистом. Что он вкладывал в это и исполнил ли он свое обещание? Ну, я стану хорошим артистом. Он вкладывал в это то, что он уже будет, у него будет другой статус, будет квартира наконец-то там. И это все случилось, да. Он стал, сейчас он народный артист. Квартиру мы получили сначала, конечно, в одном месте, надо на Дмитровском шоссе, а потом, значит, там получился обмен и прочее. Мы прекрасно сейчас живем в квартире, ну, не буду говорить где, и у нас прекрасная дача в Подмосковье, которая он приезжает отдыхать. У нас сначала не было машины, конечно, мы попутно на электричке 2,5 часа, потом, значит, штурмом автобус брали с электричкой, со всеми там причиндалами, посадками и прочими, и автобусом, и 4,5 километра пешком до нашей дачи. Вот так мы добирались, у нас не было машины. Ну, сейчас машина есть, конечно, но... И все, в общем, прекрасно. Дача у нас... Юре сначала не понравилась эта дача, потому что, я не знаю, он не приучен вообще к земле, не приучен там что-то выращивать, сажать. Но я поняла, когда это, здесь была перепаханная земля, жутко, ну просто, ну не газон, а поле перепаханное кусками вот такими большими. И пришлось это все облагораживать. Юра, конечно, к этому отношения нет.